сделали штраф женщине за парковку. Это у нас базилика Дуомо. Это у нас Пьяцца Дуомо. Много раз показывала, но сегодня показываю для моих новых подписчиков и новых зрителей. Смотрите, какое небо, туркеза, терраса. Смотрите, вот живут здесь люди. Здесь дома и квартиры минимум 1 миллион евро, потому что это прямо центр-центр Падуя. Как-нибудь покажу вам. Buongiorno, signora. Bisogna pagare per entrare. Quanto costa? А, ancora. Per padovani non c'è gratis. А, io sono padovana. Grazie. Я говорю, для падова нету бесплатного входа в музей, чтобы посмотреть росписи. Она говорит, нет, раньше было бесплатно для падован, у кого карта идентита и прописка в Падово. Я даже так сходила в один музей, который Палаццо Раджони, справедливости. И вот так вот жара, девчонки. Надеюсь успеть на поезд 2.46, который едет всего 5 минут до следующей остановки, до следующей деревни, и забрать Мелиссу из садика, из ясли. Мелисса! Чау! Лясточка, солнышко, солнышко! Боже, какая весна наступила, прямо лето, все сидят, греются, как воробушки. Прата де ла Валле. Привет, всем привет. Эти стучат, как жаль. Мальчишки на сноуборде. Ой, не сноуборд, а как-то по-другому называется, да? Девочки, птички.